Это программа «Время говорить» в студии Юлия Рогоцкая. Здравствуйте! И сегодня у нас в гостях невероятно интересный, известный пейзажный фотограф, путешественник Виталий Берков. Виталий, здравствуйте! Здравствуйте! Вы не так давно вернулись из одиночного путешествия, из одиночной экспедиции на гору Аник. Но прежде чем мы об этом поговорим, я хочу немножечко представить вас, не удержусь, наверное, да, и перечислить. Вы финалист выставки всероссийского фотоконкурса журнала National Geographic «Дикая природа России», многократный победитель проекта «Посмотри на Владивосток», финалист выставки фотоконкурса «Самая красивая страна», участник всероссийского фестиваля «Первозданная Россия», призер конкурса «Мой город у моря» и так далее, и так далее, и так далее. Вы в основном фотограф-пейзажист, да? Да, я не то что пейзажист, я в первую очередь занимаюсь природой, то есть любыми ее проявлениями, в том числе и пейзажами, животными. И поход на гору Аник, он перед собой ставил цель именно заснять эти красоты? Там были, да, две основные цели. Первая – это, конечно же, снять окрестности этой горы и саму ее природу, так как эта гора довольно удаленная, на ней очень мало людей было. Поэтому очень было интересно увидеть ту девственную природу, которая окружает саму гору на подходах к ней. Ну и, конечно, сама вот эта высокогорная тундра довольно интересная сама по себе. Гора Аник, чтобы наши зрители имели представление, где она географически расположена? Географически она расположена на границе Хабаровского и Приморского края. Дело в том, что кто открывал хоть раз карту, знает, что у нас граница, она такая довольно извилистая. Вот. И находится она, ну, фигурально выше, между Бикином, ну и Советской гаванью, где-то вот так посередине. Но это очень грубо, потому что ближайших каких-то поселков там нет. На расстоянии 100 километров, это точка заброса получается, это находится поселок Саванцовы. Но он находится в Хабаровском крае. То есть путь мой пролегал вначале через Хабаровский край, через Горуко, так называемая Ведьмина гора, и уже потом сама гора Аник. Гору Аник называют одной из самых высоких в Приморье. Это так? Да, гора Аник является одной из самых высоких вершин в Приморском крае. Но обычно все-таки называют гору Облачную, лишь потому, что гора Аник довольно труднодоступная, ну, в первую очередь. Ну и плюс вот это нахождение между двух границ, ну, некоторых как бы... Называют опасения. Да, ну не то, что даже опасения, а в плане того, что не знают, туда она принадлежит или к нам, но официально она принадлежит Приморскому краю. Поэтому это самая высокая вершина. И вот это вторая моя цель была, чтобы побывать на самой высокой вершине. А какая высота? 1980 метров над уровнем моря. Как вы туда добирались? Ну, добирался я туда изначально, как я уже упомянул, через поселок Саванцовы. А дальше это около 100 километров по горам, по тайге, вдоль реки. То есть, ну, довольно такой сложный маршрут, тем более погодные условия были не самые приятные. Большую часть пути шли дожди. То есть, вот это, кстати, одна из основных трудностей была. Дождь. В походе, да. Постоянные проливные ливни, соответственно, вся одежда мокрая, никакие мембраны ничего не спасают. Потому что, ну, сами представьте, что вода сверху падает, она у вас под ногами, она летит с кустов. И нужно было донести фототехнику еще в сохранности, потому что вода имеет свойство проникать везде. То есть, ну, довольно вот в этом плане проблематично. И даже вот когда я находился уже на самих вершинах, на горе Ко, на горе Аник, меня тоже преследовало туман, верхняя облачность. Ну, я старался ловить какие-то моменты, так называемые окна, чтобы увидеть красоту и передать, постараться передать. Все-таки же цель моя была показать красоты, окружающие гору. У вас с собой была техника, то есть вы несли с собой рюкзак, вы несли с собой провизию какую-то, естественно. Как это вот? Что было на вас, что было с собой, что было в рюкзаке?
Ну, все верно. Вот в этом была и основная проблема, что одиночного похода изначально я не ставил цели именно идти в одного туда, потому что тут дело даже не в каком-то страхе, все-таки я уже привык. Тут дело в том, что это довольно сложно на такие протяженные маршруты. В итоге вот у меня маршрут занял 2 недели, с учетом того, что я проводил по 2 ночевки на каждой горе. Вот. И вес рюкзака вместе с фотооборудованием изначально это 35 килограмм. То есть довольно большой, поэтому все приходится нести на себе. Скорость из-за этого падает. Ну вот, вот сложно довольно. А 2 ночевки на каждой горе? То есть да. Это 2 ночевки на горе Ко и 2 ночевки на горе Ангкор. Да, то есть я специально заранее это все планировал, потому что знал, что у нас погодные условия довольно непредсказуемые. И потом вот после этого похода мне некоторые люди писали, а зачем вы выбрали такой вот, так скажем, дождливый месяц? Ну, а я говорю, а вы посмотрите на наши предыдущие 2 месяца, у нас тоже были дожди, и сейчас вот сентябрь. То есть у нас очень погода непредсказуемая, в этом плане всегда нужно какие-то вот дни, дневки, где ты можешь получить хоть какой-то фотоматериал, потому что идти в такую даль и прийти ни с чем, ну, это очень большое разочарование. А вы как-то останавливались? В палатке вы останавливались или просто какие-то привалы делали? Или, может быть, там были какие-то, ну, по типу зимовий? По пути обычно все-таки это палатка, естественно. На сами горы я отдыхал только ночью. Ну, именно полноценно имеется в виду отдых. Ну, и на вершинах, как я уже сказал, это вот по 2 ночевки на каждой. Но и также на обратном пути, это уже ближе, когда, так скажем, к людям, я вышел, я переночевал в одной из зимушек, ну это зимовье охотничье. Замечательное зимовье мне попалось с банькой, где можно было даже почувствовать себя человеком после 2 недель, помыться, почувствовать запах просто даже вот мыла душистого, это ну вот большого стоит, конечно. А поход был одиночный, изначально вы не ставили цель пойти один, то есть кто-то должен был идти с вами? Да, кто-то должен был идти со мной, но на самом деле я этот поход планировал уже около 5 лет. Изначально у меня он отложился в связи с рождением ребенка, вот. Потом какие-то факторы вмешивались. Ну и наконец все-таки это занятость многих людей, все-таки не каждый может найти 2 недели. И поэтому вот я уже понял, что я все-таки готов к этому походу, я готовился, просчитывал все, что возможно по максимуму. И вот решил, что если уж никто со мной не может пойти, я схожу сам. Ну а что труднее всего было в походе? Рельеф, погода, может быть, ноша за спиной? Что вот тяжелее всего давалось? Тяжелее всего все-таки я скажу, что погода. Потому что на самом деле можно пройти этот маршрут более-менее спокойно вдоль реки, то есть если идти не через гору Ко, а вдоль реки, то этот маршрут в принципе средней сложности, просто он довольно, ну, продолжительность. То есть это, соответственно, и больший вес рюкзака. Но так как погода внесла коррективы свои, постоянно сложные вот эти условия, тут та же гора Ко, к ней ведет такой извилистый каменный гребень, он довольно печально известный. Вот, потому что там трагедии происходили. То есть он очень узкий, и по нему во время дождя, во время сильного ветра очень сложно передвигаться. То есть ты буквально идешь и смотришь каждый сантиметр, куда должна ступать нога. Потому что все камни покрыты лишайником, лишайник впитывает воду. Скользко. Очень скользко, плюс боковой ветер тебя сносит. То есть вот эти сложности все в основном связаны были именно с погодными условиями. Ну и в конце пути, последние 2 дня, там уже мне нужно было наверстать упущенное, так как я в связи с, ну, с разными обстоятельствами там, терял время где-то, еще что-то. И ну, довольно так сурово пришлось идти, практически без еды, ну, чтобы успеть на машину, которая меня ждала, о которой сообщили там за 5 дней. То есть ну, вот нужно было прийти, иначе дальше еще бы дольше пешком, и все сложнее пришлось бы планировать в плане выброски уже оттуда. А связи с внешним миром там никакой не было? Может, рации, еще чего-то? Нет, связи нету. Обычно берут спутниковые телефоны, но тут ноша у меня и так была большая. То есть у меня огромное количество батареек было для навигатора. Но у меня был с собой так называемый трекер. Он отображал, в первую очередь, для моих родных, чтобы они видели точки, где я нахожусь.
То есть он каждые 10 минут отправляет точки, и любой человек может на карте посмотреть, где я в этот момент. И вот у меня был человек, который следил за этим всем, это мой отец. И в определенной точке он связывался с водителем за несколько дней. Водитель знал, что ему нужно там столько-то тогда-то быть. Он приезжал и ждал меня. Да, папе в этом случае привет. Да, огромное да, спасибо и за помощь. Кстати, вот заговорили про родственников. Вы человек женат, у вас да. есть ребенок. Как жена-то к этому относится? Ой, ну, поначалу, естественно, как и все жены, очень сильно переживал, но она и сейчас переживает. Ну, просто со временем она поняла, что я иду не абы кабы, я готовлюсь очень. Я стараюсь все распланировать, постараться каждую мелочь рассчитать. Ну и все-таки, опять же, тот же трекер дает хоть какую-то возможность видеть, что я двигаюсь. Все, плюс я мог отправлять да, сообщение заранее запрограммировать, что у меня все хорошо, там, я отдыхаю. Вот. Это давало хоть ну, какую-то легкость, может быть, я не знаю, спокойствие некоторое. Ну, травм никаких? Не происходило? Ну, серьезных травм нет, не происходило. Опять же, травмы обычно происходят в экстремальных каких-то условиях или когда люди не подготовлены. Здесь я старался все-таки быть очень аккуратным, потому что я знал, в каких я работаю условиях. Ну и, может быть, и везение в том числе. А дикие животные, может быть, какие-то на пути опасности? Да. Дикие животные, ну, это у нас обычное дело на самом деле, особенно на границе вот где-то ближе к Хабаровскому краю, в северах у нас ну, довольно частые встречи. Очень много изюбров, встреча была с медведем, я спускался по хребтам в тумане, и тут в 20 метрах из высотного леса на меня вышел мишка белогрудый, посмотрел на меня внимательно, я на него посмотрел. Не сфотографировали? Нет, слишком быстро это все было, да и все-таки резкие движения тут ну нежелательно да. делать, когда так близко. И разошлись спокойно. То есть тут в этом плане мне везет, все мои встречи с медведями заканчивались либо тем, что мы посмотрели друг на друга, поздоровались и разошлись, либо медведи просто убегали от меня. Вот. Это а так... хорошо, что не вышла мама белогрудого да. мишки. Ну, я и с мамой встречался, ага. да, с медвежатами. Это вот в том году я работал геологом. Вот я наткнулся случайно на маму, которая с медвежатами сидели на дереве. Но они меня, завидев меня, просто быстро с дерева так слетели и помчались, куда глаза глядят. А еще была интересная встреча с диким кабаном, который на высоте, ну, практически так, 1500 метров, грыз сосновые шишки от кедрового стланника, что для меня было открытием, я не думал, что они забираются так высоко, чтобы вот эти маленькие шишки грызть. Это очень интересно, конечно, но что касается именно похода на гору Аник, что вы оттуда привезли? Ну, в первую очередь, конечно, это эмоции, вот. Фотоматериал, хотя, как я уже повторюсь, условия были довольно сложные. Ну, я вот прям с утра до вечера сидел, ждал, ловил какие-то определенные моменты. В первую очередь, все-таки это эмоциональное. То, что ты видел дикую вот эту природу, которая практически не тронутая человеком. На горе Аник было всего лишь несколько туристических групп. Там в 80-х годах, в начале 2000-х и в конце 2000-х. И геологи раньше работали, ну и доставляли туда вертолетом. Это были где-то 70-е годы. Все. Ну, то есть там практически да. по пальцам пересчитать. Например, вот просто такой пример. С горы Ко, когда я уже начал спускаться, то есть я попал к реке Чукен. То есть это река девственная, дикая. Она входит там в какой-то национальный парк, часть ее входит. Я не встретил никакого присутствия человека, ни вот когда шел до Аника, ни когда уже обратно. То есть, считай, больше 150 километров, я не встретил вообще никакого присутствия человека, ни бумажек, ни вырубок. Лишь уже ближе, когда к точке выброски, там уже, конечно, появилось. А так, вот представьте себе, ты ходишь по тропам только животных. То есть протоптанные хорошие тропы, но это тропы животных. И это тайга. Да, и это тайга. Глухая тайга. Глухая тайга, это свежесть, вот даже просто воздуха, это вот эти ощущения нахождения в лоне природы в настоящем, где ты знаешь, что человека здесь нигде нету. К
Кстати, а на вершине вы провели сутки, двое? Ну, около 2 суток. Я помню, что вы говорили, что не видели ни одного рассвета. Да, вот это, конечно, немножко меня опечалило как фотографа. Я вообще за все это путешествие не видел ни одного ни рассвета, ни заката. Ну, в лесу понятно, все-таки там же деревья, да, вы не видите этого. А в горах, ну, вот такие были погодные условия. То есть распогаживалось обычно ближе к обеду, когда солнце повыше поднималось, и уже туман, ну, верхняя облачность рассеивалась, убегала. Так вот, конечно, было очень печально, потому что как фотографу мне хотелось поймать этот красивый свет, что-то попытаться найти интересный ракурс с этим светом. Ну вот, не вышло. Не вышло, да. Ну, я могу сказать, что вот еще один фотограф был на этой горе, это Саша Хитров, со своим проектом Prim Discovery. Им вообще не повезло, то есть они пришли туда, и все полностью в тумане. Они поднялись, у них уже не было свободного времени, ну, там находились какое-то время, не сделали, считай, ни единого кадра окружающих видов и спустились. То есть поэтому, если сравнивать так, то мне все-таки повезло. А холодно там было? Ну, погода разная, август месяц, там на самом деле может и снег выпасть. Температура падала где-то до +5. С холодным таким северным ветром, но это в горах обычное дело, поэтому я был к этому готов, спокойно к этому отношусь, потому что ребята, вот профессиональные туристы, которые ходили годом где-то ранее, ну, они чуть-чуть позже были, они в конце августа поймали там хороший снег такой, хороший зусман, проморозились там немножечко. Ну, путешественник должен быть готов к каким-то, да, серьезным испытаниям. К любым, потому что все-таки ты находишься очень далеко от людей. Связи нету, все лежит, вся ответственность на тебе, и ты должен быть готов ко всему. Я напоминаю, это программа «Время говорить», и сегодня мы рассказываем о восхождении на гору Аник, одну из самых высоких гор в Приморском крае. Это программа «Время говорить», и у нас в гостях фотограф и путешественник Виталий Берков. Виталий, вернемся к нашему разговору. Побывали на горе Аник вы, сделали свои снимки. Где еще доводилось бывать, подобные экспедиции или более сложные? Ну, на данный момент это моя самая сложная экспедиция. Конечно, 2 недели я ходил в походы, но это были более такие простые, лайтовые, как сейчас говорят, походы, где много мы отдыхали, ходили, гуляли. Так я на самом деле побывал во многих местах Приморского края, но также еще довольно много есть мест, где я не был, начиная даже с таких простых, может быть, и банальных. Остров Аскольд, ущелье Дарданеллы, то есть, тот же Чиндалас, я еще пока не был, потому что охватить все сразу это очень сложно. На данный момент мне уже сложно делать много походов, и поэтому я стараюсь планировать какие-то самые интересные, выбирать, планировать вперед на год и уже идти туда, ну, на более длительное время. То есть если раньше я в основном ходил для удовольствия, ну, там на 2 дня, на 3 дня сходишь на тот же Педан с друзьями, то сейчас уже больше это и профессиональная цель, ну и, так скажем, отдохнуть от города. Это вот очень важно для меня. А вы когда-нибудь встречались, может быть, с какими-то необычными природными явлениями? Ну, да, вот и в этот поход я поймал такое интересное явление, называется эффект Глория. Ну, вообще это как брокинский призрак называется. Это когда тень от тебя падает на пробегающие рядом облака, верхнюю облачность. Если она прям вплотную находится, то там тень получается огромная. Там, я не знаю, в средние века или в какие, когда люди сталкивались с этим, они этого пугались, потому что по незнанию думали, что это призраки, почему название. А вот когда солнце хорошо пробивается, то получается еще интересный эффект. Вокруг тени образуется такая круглая радуга, эффект Глории, очень красивый. Вот. Я сталкиваюсь с этим уже где-то 3-й раз, наверное, но все равно очень, ну, незабываемые такие ощущения, очень интересное явление. А вообще не жутковато вот так наедине с природой? Мне кажется, лежишь в палатке, вот я себя даже свое там детство вспоминаю, когда с палатками отдыхали. Все, ночь спустилась, палатку закрыли, и кажется, что рядом с тобой бегает просто какой-нибудь обязательно дикий зверь, хотя эта мышка там шуршит. Ну, вообще я, конечно, привык, хотя бывает, возникают такие
так скажем, первобытные какие-то, может быть, страхи, когда ты находишься один в палатке. Ну, обычно для этого я стараюсь ночевать там около рек, которые заглушают эти звуки. А осенью, да, осенью, если ты ночуешь в лесу, то пробегающая мышка по листве, тебе кажется, что там огромный какой-нибудь барсук бежит. Если барсук, не дай бог, пробегает, то это медведь. А если медведь, то ты уже думаешь, что все. Тут, конечно, больше дело привычки и понимание того, что на самом деле у нас дикие животные не лезут в палатку. То есть у нас нет такой связи, медведь видит палатку, он не знает, что это такое, он этого боится. А вот там, где на Камчатке, где-нибудь в Канаде, где медведи тесно контактируют с людьми, они знают, палатка, человек, еда. Там еда какая-то вкусная, сгущенка там или еще что-то, они лезут туда. Если не сталкиваются с человеком, происходит агрессия, естественно. У нас такой, слава богу, связи нету, поэтому мы также можем использовать, я использую те же свистки. То есть ты идешь, когда по тропе, ты идешь, свистишь, там, кричишь, поешь. У каждого своего. То есть издаешь какие-то звуки, чтобы животное заранее тебя знало. Потому что медведь сам по себе, он, ну так скажем, глупее тигра. И при внезапной встрече он пугается и что делает? Он сразу проявляет агрессию. А если он заранее предупрежден, он знает, кто там идет, что-то странные какой-то звуки издает. Да, какой-то сумасшедший какие-то странные звуки издает. Поэтому лучше я уйду куда-нибудь, что его трогать там. Ну да. Глупее, но сильнее. Глупее, но сильнее и опаснее, да. Потому что вот бояться тигров как раз не стоит. Случаев нападения тигров практически не регистрируются. Те случаи, которые происходят, в основном связаны с охотниками, которые либо охотятся на тигра, либо сами провоцируют его, отбирая там у него еду. Ну, тигры же таскают у них с ловушек там животных. Вот они начинают охотиться на него. Случаев просто нападения тигров на людей не регистрируется. Я, по крайней мере, не знаю. В основном вся опасность исходит от медведей. А вы за границей в каких-то подобных экспедициях участвовали? Нет, за границей я был только в национальных парках, таких укультуренных, так скажем, где дорожки есть, где там можно подниматься. Там я был, например, в Китае, в горах Хуашань. Туда это священные горы, там их несколько у них. И вот туда ведет канатная дорога, а можно подниматься по лестницам. И вот мы по лестницам мощенным, под углом там 90 даже градусов там лестницы, под 75, вот мы с палатками забирались туда. Но это там, не там, где аватара снимали? Ну, это прообраз, да. Гор аватара является, да, горы Хуашань. Но там, естественно, тьма народу, даже на этих лестницах. Туда очень любят там молодые, особенно студенты китайские, попробовать свои силы забраться наверх. То есть там уже нет такого ощущения дикой природы, что все там облагорожено. И вообще в Китае природа, даже там, где ты находишься, вот кажется, ты в лесу находишься, лес какой-то пустой, не такой, как у нас, не такой живой, что ли, я не знаю. Но это сложно вот описать. Это возможно из-за того, что просто все оккультурено, облагорожено. Ваши работы, вы всегда привозите фотографии отовсюду, это можно наблюдать в соцсетях. Журнал National Geographic, еще много чего всего, да, и сразу. Где можно увидеть сегодня ваши работы, с кем вы сотрудничаете? Может быть, это не только те, кого я перечислила, может быть, еще кто-то? Ну, сотрудничаю я с разными организациями, журналами. Тот же вот у нас журнал выходил до вот этого кризиса всего с ковидом, туристический журнал. Он вначале назывался «Семь чудес света», «Семь чудес Приморья», а сейчас «Чудеса Приморья» называется. Вот это туристический информационный центр наш делает, который продвигает Приморье. Вот я активно с ними сотрудничаю. То есть вот работу можно там увидеть. Пока что на данный момент пауза из-за всех вот этих событий. Ну, даже вот я сотрудничаю с американским журналом, который называется «Russian Life». И вот уже выходило сколько, 3 статьи о Приморском крае. Первая – это про морской заповедник, там были мои фотографии, а статья рассказывала о том, как американец приехал в этот заповедник, ну и посмотрел те красоты, пообщался с егерями, которые охраняют вот заповедник. Вторая статья была, это вот мы делали проект с группировкой «Hero for Hero», это Роман Иванищев и Ксения Фролова, мы делали проект по Сихотолинскому метеориту. То есть мы провели ночь в тайге, в кратерах, там, куда упал когда-то Сихотолинский метеорит. И мы туда приехали специально в дату, когда по небу проходил поток персидов.
То есть вот у нас была цель именно из кратеров снять, как вот падают метеоры, да, и звездное небо. И вот об этом Ксения написала отличную статью, дополненную моими фотографиями. Ну и третья статья — это была о работе геолога у нас на северах. И вот, надеюсь, вот с вот этого тоже, с этой экспедиции, возможно, материал, он готов, я уже отправил. Если главный редактор заинтересует, может быть, тоже будет вот такое продвижение Приморья в Америке, можно сказать. А так, конечно, это социальные сети, Инстаграм, Фейсбук, где я, ну, довольно активно, когда позволяет время, публикую, где можно в режиме реального времени посмотреть какие-то работы, если кому-то будет интересно. Куда дальше? Ой, ну целей на самом деле много. Озерное плато, которое находится тоже ближе к северу у нас там. Побережье нашего края. В этом году у меня не получилось по побережью пройти. То есть, на самом деле много всего интересного у нас есть. Много всего не то что не изученного. Там, где мало людей было, тот же север края, если брать вот в сторону Тамгу, там вообще тоже дикая природа, практически нет людей. То есть прям так вот точно я вам сейчас не смогу, потому что я сам еще не определился, я вот заранее определяюсь с каким-то маршрутом и уже планирую, все рассчитываю, интересуюсь, как туда добираться, вот эти все нюансы. Но это какой-то сезон определенный или в любое время года это может случиться? Ну, зимой я тоже хожу, но зимой все-таки, зимой очень сложно из-за, в первую очередь, снега, холодов. Зимой я хожу максимум 3 дня, это обычно просто на вершины, чтобы заснять вот зимние вот эти пейзажи красивые. Особенно вот у нас очень популярна сейчас стала гора Голец, которая обсыпает зимой елки очень красиво снегом, и этими всеми фотографиями пестрят все соцсети обычно. Вот на данный момент вот этой зимой я планирую вот туда, если получится у меня. Виталий, хочется вам успехов пожелать, естественно, и сказать спасибо за то, что открываете наш край с другой стороны для зрителя, для тех, кто любит наш край, и даете возможность всю вот эту первозданную природу увидеть ее и даже как-то почувствовать, наверное. И вам спасибо. Я напоминаю, это была программа «Время говорить». У нас в гостях фотограф, путешественник Виталий Берков. Мы говорили о восхождении на одну из самых высоких гор в Приморье – Аник. В студии работала Юлия Ракоцкая. Увидимся на 8-м.